Девчулечки, мои красотулечки, всем привет, мои хорошие! Сегодня с вами будем делать маску, замечательную масочку. Как вы думаете, из чего? Из крыжовника, девчонки. Я вам давно уже говорила, что сейчас идет лето, и нам надо пользоваться такой возможностью и брать ягоды, фрукты и все в нашу красоту, в наше личко, все витамины, микроэлементы, чтобы насытить ее, напитать нашу кожу, так скажем, набаловать витаминчиком и всем остальным хорошим и хорошим. А кто смотрит это видео уже зимой, девчонки, ничего страшного, вынимайте крыжовник из морозилок, размораживайте и тоже в нашу маску замороженный крыжовник прекрасно подойдет, потому что там витамина С выросла даже в 2 раза больше, когда он замороженный. Ну, для чего эта маска? В первую очередь, это масочка от синячков под глазами. Девчонки, очень здорово. И снимает возрастные отеки под глазками. Замечательно. Есть такие, наверное, да, проблемы у многих. Потом подтягивает нашу кожу, отбеливает ее, насыщает прекрасными витаминами и микроэлементами. И наша кожа молодеет и хорошеет, девчонки. Как я делала эту масочку, вы дальше увидите. Кому это интересно, оставайтесь с нами, мои хорошие. Молодите, хорошейте. Для нашей маски нам понадобится столовая ложка сока крыжовника, выжатый сок, процеженный через ситечко. Вот столовую ложку выливаем. Сюда же добавляем чайную ложку сметаны. Все это перемешиваем хорошо. Добавляем сюда миндальное масло. Вот у меня миндальное масло, 5 миллилитров. Опять все тщательно, хорошо перемешиваем. Чудесная получается маска. И чайная ложка крахмала картофельного добавляем. И теперь наносим на наше очищенное лицо после скраба. Такая красивая розовая масочка получилась у нас. Я сделала скраб лица, подготовила свое лицо к маске и тщательно я очистила зону вокруг глаз, то есть веки и под глазками. Обязательно тщательно, но не скрабом я терла там, девчонки, а просто хорошо-хорошо промыла эту зону водичкой. Почему мы это делаем? Чтобы наша маска не грязь, сало внутрь век наших не утянула, понимаете? Вот это тоже очень важно, девочки, почему мы должны очищать свое лицо перед маской. Ну, начинаем, наносим нашу вкусную масочку. Я буду наносить ее кисточкой. Вы можете наносить ее диском ватным. Вот сначала мы это делаем под глазки.
Давайте вот так. Наносится маска очень хорошо. Просто прекрасно. Мы наносить будем ее в несколько слоев. Она немножечко у нас подсохнет. Мы еще нанесем. Угу. Держим нашу масочку где-то минут 15. Достаточно будет, не дольше. Затем смываем теплой водичкой. И посмотрим, что у нас с вами получилось. Девочки, смыла я нашу маску, смываю и опять про себя думаю. Кто-то пишет, да что там ваши маски, там сметана и все такое прочее. Ну как это, вот как этому не верить, я не знаю. Я вот смываю и я результат вижу. Но только надо правильно делать, делать скраб перед маской. Держать и делать два раза в неделю. Вот эту маску надо делать, девчонки, два раза в неделю, на протяжении месяца. Вот. Угу. Прекрасная маска. Пока кружовничек есть, можно эту масочку поделать. Очень хорошо. Лицо подтянулось, мне кажется, посвежело. Но отбелилось это точно. Да, цвет выровнялся лица. Угу. Прекрасная маска. По-моему, замечательная просто. Девчонки, сделайте обязательно. Мои красавицы, обязательно сделайте. Ну, девчоночки, мои хорошие, кто новенький, девочки, подписывайтесь. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы к вам приходили мои новые видео. Ну, мои хорошие, девчулечки мои, красотулечки, люблю вас всех, мои хорошие. До новых встреч. С вами была я, Рубцова Наталья.